Наш город, наш дом. Именно под таким девизом состоялось общественное собрание жителей Заволжского района. На встрече активисты обсудили, какие территории, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Выбирают их в рамках нового этапа губернаторского проекта «Решаем вместе» по созданию комфортной городской среды. Однако это пока предварительный отбор. На встрече обсуждалось преображение парков, скверов, аллей и пешеходных зон. Подобные собрания проходят несколько раз в неделю в библиотеках, больницах и домах культуры. Как житель Заволжского района, я выбираю благоустройство, укрепление, приведение в порядок Тверицкой набережной. Это место, с которого начался город Ярославль за Волгой. Проголосовать за объект можно в офисах МФЦ, домах культуры, библиотеках, торговых центрах, в районных администрациях и на интернет-портале «Решаем вместе». Предварительный отбор продлится до 31 января. Далее разработают эскизы, которые также обсудят с жителями. Финальное голосование состоится 18 марта. В ходе вот этих встреч, наверное, наиболее вот люди могут получить все ответы на вопросы свои. Какова их роль, как проголосовать, как формировались на первом этапе данной территории. И весь механизм действий, всю дорожную карту рассказать.